Дорогие друзья, с вами Энс Ворлд, и сегодня мы делаем поилку для муравьев из шприца. Первое. Надо вытащить из шприца иголку. Второе. Надо вытащить из шприца поршень. Третье, можно вытащить пинцетом вот эту резиновую накладку. Либо ногтем. Но если у вас не получается, тогда можно и просто вытащить вату откуда-нибудь,